Ленин проиграл, сказав, что интеллигенция в письме Горькому говно нации. Сам ты говно. Понимаете, интеллигент, тем более, что Ленин вообще-то сам интеллигент, а не разночинец и, по большому счету, не дворянин. Интеллигент классический. Давайте назовем вещь своими именами. Интеллигенция – лучшая часть народа, самая ответственная, взявшая на себя ответственность, и это единственная часть народа, которая способна к идеализму, которая верит в идеалы, а не в ползучее выживание. Всегда интеллигент был или врагом народа, или источником подозрительных инициатив, или в лучшем случае прекраснодушным идеалистом. Но...